И в первый же рабочий день после возвращения в строй Михаил Евраев провел совещание в онлайн-формате. В нем приняли участие главы районов, а также члены правительства области и дорожные строители. Говорили о реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в этом году. И о перспективе развития этой отрасли. Михаил Евраев предложил ввести внутренний документ по области, в котором должны быть четко прописаны сроки сдачи объектов, а также пересмотреть условия контрактов с подрядными организациями, которые будут ремонтировать дороги региона. Я считаю, что если люди заключили контракт, им сразу обозначаются условия, что, уважаемые друзья, так-то и так-то, если вы не выполняете, мы вас предупреждаем. Если вы не понимаете это предупреждение, значит, сразу же будет расторжение. Все. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Без каких-либо хороводов, понимаете, и без разговоров трехмесячных. Я вообще как бы смысла в этом не вижу никакого. Вот от слова совсем. Понимаете? По всем направлениям. Я сейчас говорю и про стройку, и про проектирование, и вообще про все.